Что за шуршание на вашем столе? Это маленькие разноцветные червячки собрались устроить соревнования, но им нужна ваша помощь. Для начала им нужно распутаться, а затем нужно определиться со стартом и финишем, а то все поползут в разные стороны. Вот теперь все готово. На старт, внимание, марш! Гонки червячков – быстрая и увлекательная игра, в которой скорость вашего гонщика определяет не кубик и не гладкость стола, а вы сами. Игроки делают ставки, определяя очередность и длину передвижения, а затем двигают червячков к финишу, меняя траекторию, мешая противникам и перемещая финишную черту в другое место, прямо из-под носа лидера. Вся игра помещается в небольшой коробочке, которая влезет даже в очень маленькую сумку. Столбики и части червячков сделаны из дерева, а жетоны и финишная черта – из плотного картона. Каждый игрок получает червячка, состоящего из 7 полусфер, а также жетоны передвижения такого же цвета. Их нужно держать в секрете. Две пары столбиков обозначают старт и финиш. С одного края кладется финишная черта с двумя столбиками, а на расстоянии примерно полуметра от нее создается старт с помощью оставшейся пары столбиков. Червячки кладутся в линию перед стартом. Каждая их часть должна касаться другой. Каждый раунд состоит из двух частей – ставки и передвижения. Игроки делают ставки, используя свои жетоны передвижения. На четырех жетонах написаны цифры от 4 до 7, а на пятом изображен X, который можно использовать вместо любого числа, написанного на обычных жетонах. Каждый игрок выбирает жетон и кладет его на стол лицом вниз. Как только все участники сделали это, жетоны переворачиваются. Первым передвигать червячка будет игрок с самой маленькой ставкой. Передвижение червячка крайне простое. Вы берете последнюю его часть и перемещаете в начало, и повторяете эту процедуру в соответствии с числом на жетоне. Червячки могут изгибаться в любом направлении, мешая соперникам, но не должны делиться на части или касаться других червячков. Если несколько игроков сделали одинаковую ставку, их червячки не двигаются, а ставки считаются недействительными и возвращаются игрокам. А если вы выбрали жетон X, помимо передвижения червячка на любое число от 4 до 7, вы получаете право переместить финишную черту. Поставьте палец на один из столбиков, чтобы он не двигался, а второй столбик можете переместить на свое усмотрение. В конце каждого раунда жетоны, с помощью которых удалось передвинуть червячков, временно убираются из игры. Они вернутся к игрокам по окончанию следующего раунда. Поэтому для следующей ставки игроки выбирают жетоны из оставшихся у них. Побеждает игрок, чей червячок первым достигнет финишной черты. Его объявляют самым быстрым и ловким червячком. Победителю стоит уже задуматься о размещении рекламы от спонсоров на борту своего маленького гонщика. Гонки червячков – динамичная семейная игра, которая займет совсем немного вашего времени и места на столе, но наверняка развеселит и заставит немного пошевелить мозгами и пальцами.